Здоров, Врумикс! Ребят, сегодня экстренное включение, хочу вам показать видос, который поверг меня в шок, заставил меня задуматься о нашей жизни, и в целом я испытал то, что испытывают те люди, которые находятся в этой страшной ситуации. Вот представьте на секундочку, вы едете с напарником по работе, по служебным обязанностям, да, спокойненько выполняя свою работу, и тут на вас начинается настоящая травля и охота с применением оружия, то есть вас обстреливают, и вы должны уйти от погони. Интересно? Давайте смотреть видос. Но перед началом я вкратце расскажу, что же там происходило. 22 апреля 2021 года произошла попытка ограбить фургон с денежными средствами, но попыточка оказалась неудачной, потому что у мужика водила оказались стальные яйца, которые путем офигенных маневров ушел от погони. Представитель полиции генерал Винчо Найду сообщил, что 22 апреля группа мужчин пыталась ограбить автомобиль СИД на шоссе номер 4 Претория, Южная Африка. Когда подозреваемые начинали стрелять по бронированному фургону, водитель сохраняет самообладание и передает винтовку напарнику. Водитель, полностью контролирующий ситуацию, начинает маневрировать, разворачиваясь на 180 градусов и направляется прямо на подозреваемых. За несколько минут до этого... Вы слышали? Видите выстрелы? Но это жесть. Офигеть. Так, что он убирает? Блин, ну вы тоже молодцы, только сейчас додумались до этого. Сразу надо было звонить. Черт. Так, он в кого-то или во что-то врезался, не могу понять. Так, я просто не понимаю, куда он врезался, почему они остановились. Ладно, что ты на абразуру попрешь? Да ну нафиг, чувак просто пошел под пули. Вот это вот самообладание и вера в свою работу. Чувак до последнего будет охранять фургон, даже если его убьют. Вы понимаете, насколько это сильный человек? Духом и преданный своему делу. Блин, честно, я еще под впечатлением того, что я увидел, но это мощно. Это, мать вашу, мощно, вот так и надо защищаться. Это настоящие мужики с цементными, сука, бетонными яйцами, которые просто так не разрушить. Фух, не знаю даже, как это комментировать, вы сами все видели. Ну, ребят, до скорых встреч, уверен, что мне еще будет что вам показать.